Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Громкое событие. Цитрон играет с безумным орехом. Придумайте, как лучше использовать бесенка на бесенке при игре со стратегической колодой заморозга, дым и лазеры. Так, это значит, мы будем играть за заморозга, да? Ха. Так, интересно, ё-моё, ну вы дайте что-нибудь... Во. Поехали. Поехали. Но здесь я ничего сделать не смогу, хотя... Давай вот так вот попробуем. Защиту ставит. Ну, дело твое. Ставь свою защиту. Ага. Замечательно. Опа. Бесенка сюда поставили. Так, ну если что, мы можем его заморозить, да ведь? Если, конечно, нас сейчас тут... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хм. А мы сделаем, знаете, что тогда? Да, мы вот так сделаем. Поехали. Угу. Так, и бесенка. Замечательно, еще три в лицо получит. На тебе, цитрон несчастный. А что если вот так вот сделаю? Хоп. И вот так вот еще. Прекрасно. Гриб. Уничтожь-ка, пожалуйста, мне этот гриб. Ха-ха-ха. Погнали. Так, защита у него сейчас срабатывает, понятно. 5 хп остается. Ну и что ты придумаешь? А, цитрон. Походу дела тебе все хана. Ты серьезно? Ты серьезно вот сейчас вот? Это уже понты, ребята. Это уже просто понты. Поехали. Раз. Два. Ну, жучара. Так. Кто же у нас появится? Еще лучше. Я думаю, здесь уже говорить ничего не стоит, потому что, ну, понятное дело, ребят, все, тут победа. Даже если мы вот так вот сделаем с тобой. Кого он сюда поставит? Молодец. Молодец. Ну что, опять понты сделаем, да? Просто, ребят, понты. Все, бомбим. До свидания, цитрон, до свидания. А у нас ежедневки начинаются. Опа, еще 300. Так, получаем... Орех. Так, кстати, нам нужно, знаете, что сделать? Излишки нам нужно уничтожить с коллекции. 1500, нифига себе. Дополнительных карт. 68 уничтожено. Итого сколько у меня сейчас? 3640, ребят, энергии. Скоро на легендарку хватит, кстати. Так, ну что у нас там по ежедневкам? Давай посмотрим. Выиграйте игру с солнечным растением-героем. Так, наносите 20 урона бабахам и выиграйте одну многопользовательскую игру. Создайте лупу, нажмите на нее в коллекции. Какую лупу-то? Я никак не могу понять. Лупу у подсолнуха я должен создать.
Так, солнечным растением-героем. Это что, вспышка на солнце? Вспышка на солнце. Солнечным героем. Слушай, а орех у нас тоже же получается солнечный герой, да? Ну да. Слушай, давай за орех попробуем пройти. Сейчас я гляну, что здесь у нас за колода. Давай попробуем вот этой. Вот этой колодой поиграть. Это у нас получается на хилах? Нет, там не на хилах, там на орехах, по-моему. Ну и хилы тоже, конечно, присутствуют. Ну что так долго ищем-то? Эй! Нашли. 32-й уровень. И это ржавый разряд, ко всему прочему. Ну, пока оставим так, как есть. Плюс нам дали еще родничок. Интересно, на чем он играет? Нет, ребята, у нас не на орехах, на хиллах все-таки здесь команда идет. Хм. Так, смотри, ну-ка. Понял. Решил, значит, доборами заняться. Ну что, насколько я могу понимать, он понизит мне, да, здесь? Если я его поставлю. Только не говори, что у тебя там еще один. Опа. Так, орешек 3,6. Вкусняшки. Что же ты собрался делать? Очень интересно. Хм. Давай я сделаю, наверное, вот так. И вот так. Плюс вот так сделаем. Просто посмотрю, кто у него. Мишень. Ну, сейчас займется прокачкой, это понятное дело. Ну, это тебе не поможет, парень. Хотя, почему не поможет? Поможет. Нет, не поможет, ребят. Вот так вот, да, значит? Так, а здесь, наверное, я, в принципе, догадываюсь, ребята, кто здесь может быть. Поэтому сделаем вот так вот. Ну и, наверное, вот так вот. А здесь еще поставлю орех. О, как. Ну... И что дальше? Все? Ну ладно, хорошо. 2-2 становится, да? Шипастая лужайка. Шипастая лужайка. Что же мы не еще-то сделать? Давай так вот. Ему сейчас надо этого чувака спасать, да? Я так понимаю? Ага, все-таки есть, да? Как спасти? И зомби-астронавта опять размещает.
Знаешь, в чем еще проблема, ребята? Что у него сработает защита. Вот про нее и говорил. Сейчас может кому-то понизить атаку. Вот здесь, либо здесь. Ничего он не стал делать. Ага. Неплохая, кстати, карта, ребята, выпала. Неплохая выпала нам карта. Ну куда ты его, блин? Ну, лаборант вышел, хорошо, посмотрим сейчас, что он тут будет придумывать. Понижает атаку. Так, нахапывает, да? Нахапывает. Блин, я еще ни одного щита не потратил. Твою налево, блин. У меня там что осталось? У меня орех, защита. И кого он хочет, этого убрать мне, да? Даже так. Угу. Так, надеюсь, могила будет где-нибудь? Есть. Блин, стоит ли мне... Наверное, стоит, ребят. Хотя я мог бы и здесь. Давай здесь, так уж и быть. Угу. Фокус у него не получился. Хотел меня там развести. Не вышел у него фокус, друзья мои. Все прекрасно получилось. Так, мы выиграли с тобой многопользовательскую игру, получается, да? Да, два задания сразу выполнили. А теперь нам нужно нанести 20 единиц урона героям. Бабах. Так, бабах, давай, иди сюда. Дай-ка я сейчас гляну, что у нас тут за... Ага, этот бабах у нас идет уже на... Ребят, на орехах. Но я не знаю, колода какая-то такая немножко странная. Немножко странная. Ну, попробую. Попробую, конечно. Чем, как говорится, черт не шутит, да? Ну, что там у нас? Давай, противничка мне. Подгоняй быстрее мне противника, ну, быстро. Не хочет. Не хочет и все здесь. Не хочет и ты тресни пополам. Ладно, я подожду, я не гордый. Не, ребят, о, все, я уже думал сейчас. 37 ранг и это бесенок. Плохо. Вот именно бесенок, это, ребята, плохо. Блин, ну что это? Да. Не очень, конечно, хорошо. Ну, у него наверняка сейчас будет... А, он не сможет сейчас призвать, потому что... У него две энергии сейчас это будет стоить. Гриб. Но против бесенка этот гриб бесполезен, потому что он... Он не успеет, ребята, их поставить. Таких мощных. Видишь, что вытворяет? Угу. Так, и что ты хочешь туда? Ландшафт поставить потом, да? Я так понимаю, ребята, он будет ставить там ландшафт. Ну, попытается, по крайней мере.
А в наших интересах поставить. Вот, видишь, кровожадность лепит. Так, что же мне сделать-то, а? Да, только не говори, что и сюда ты еще кровожадность поставишь. Переместит его, что ли, сюда? Сейчас будем смотреть. Я говорю, вот этот гриб здесь вообще сейчас не в тему, ребята. Он не будет прокачивать их до 4. Думает, что сделать, да? Ставить или нет? Ну, поставит он. Убьет. Перемещает все-таки. Все-таки перемещает. Ладно. Следующий орех ставим сюда. Блин, а у него уже там кровожадность будет. У него там будет кровожадность. Сейчас посмотрим, что он тут будет клепать. Ни кактуса не выпало. Никого мне не дали, блин. Ну давай ты там уже ходи, блин. Музи-маньяк. Молодец, красавчик. Кровожадность у тебя, да, значит, там, наверное. Давай так попробую. Терять уже все равно, ребята, нечего. Прячет в надгробие. Ну, твое дело. Так, потом, если что, мы можем. Потом можем что сделать? Так, ананас. Ну, вот нафига мне ананас, ребят. Ставим вот этого тогда. Угу, хорошо. Поехали. Да, а что мне заморозить? Ну, замораживай, замораживай. Так, сейчас сработает защита. Давай. Сейчас мы ему будем навтыкивать здесь. Хе-хе-хе. Так, 8 хп, да, у него осталось. Что нам сделать? А мы сейчас сюда поставим орех. Лишь бы у него не было бонусной атаки или еще что-нибудь. Вот дурило, сейчас получишь опять же звездюлей. Что он сейчас делает? Ну, кровожадность поставишь. Даже, допустим. Я все равно свой план здесь сделаю, ребят. Это мне плевать абсолютно. Такс. Ставим сюда, короче. Но этого ханыгу убиваем. Теперь смотрим. Но у него 4 энергии, блин, еще может тут что-нибудь влепить. 2, 2, это 4. Маловато. Маловато. Так, уничтожить. Что, хочет по мне бомбануть? Ну давай. Минку, пожалуйста, минку. Шикарно. Можно было бы, конечно, этого бомбануть, но... Сделаем так.
Это получается 2-2-4 и плюс... Да, все ему, ребят, в принципе. Ну, еще там один раз сделать заход и все. Чепуха ходячая. Ну что? Ну, допустим. Мы сделаем следующее тогда. Поставим вот так вот. И вот так. Мишень. Ну и кого-то выставишь, парень. Ну, давай, быстрее там думай. Кого там будешь ставить сейчас? Сундук. А на сундук кого поставишь? Вот так вот. Все, доволен? Как скажешь. Как скажешь, ради бога, ставь амфибий. Кровожадность, главное, чтобы у тебя не было. Да ёпарсете. Он опять со своей заморозкой. Поехали. Так, сейчас срабатывает защита. И вот сейчас у него кровожадность, да, ребята, будет? Окей. Все равно тебе кранты, парень. До свидания. Против орешков очень тяжело, ребята, воевать. Если, конечно, только у тебя нету тонны хилов, тогда да. Вот и все, друзья мои. Легко и просто мы с вами сделали ежедневки, плюс еще события прошли. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.